Оригинальный подарок ветеранам Великой Отечественной войны преподнесли легкоатлеты. Дружной колонной от площади Революции бежали 96 спортсменов и ветеранов спорта. Они решили совместить два майских праздника – День весны и труда и День Победы – в один. Везде нас встречали, кричали, вот, это, и благодарили, и поздравляли с праздником, и махали руками. Сигналы были даже от машин, которые стоят по бокам. В конечной точке маршрута спортсменов встречали ветераны. Вместе они возложили цветы и венки к вечному огню в память о павших воинах. На встречу со спортсменами пришли 23 участника боевых действий. Такой подарок пришелся им по душе. Меня каждый раз приглашают. Все мои пациенты, вот сейчас, олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Егорова, мои пациенты. Для детей именно их в спортивной колонии было больше всех. Это полезный опыт. Поучаствовать в первомайской эстафете они еще не могут. Поэтому этот забег считался репетиционным, да и полезным, рассказывают тренеры, с точки зрения патриотического воспитания. Я прибежала для тех, кто был ветераном войны и кто остался жив. Подарить им цветы. Первый пробег можно считать состоявшимся на отлично, считают спортсмены. На будущий год опыт решено повторить, только увеличить количество участников. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.